Вы только посмотрите! Мы становимся свидетелями паранормального явления! Пентаграмма сработала, и какие-то демоны поползли! Боже мой! Ожившие твари и демоны! Нет! Эй, друзья, всем море приветов, Нептун здесь, рубрика сегодня «Инди-ужастики». Посмотрите, что совсем недавно вышло. Правда, это демка, но тем не менее. Задумка весьма интересная. Игрушка Deadly Broadcast. Ну, или смертельная трансляция, можно перевести. Значит, в этой игре мы будем играть за стримера, который зачем-то попёрся в какую-то заброшенную проклятую больницу. И вот оттуда он будет вести эфир. На экране будет типа чат, будут лететь донаты. Ну, в общем, все такое стримерское, что вы, конечно, знаете. Это очень необычный формат. Ну, то есть я тоже своего рода стример. Получается, что я, стример, буду играть за стримера, на который будет вести эфир в больнице, в заброшенной и проклятой. В общем, давайте посмотрим. Кстати, это кооперативная игра, то есть можно играть от 1 до 4 человек, но мы сегодня будем играть именно в одиночку. Итак, что мы здесь имеем? Вот они наши персонажи, за которых можно играть. Это Эмили, и она бьюти-блогер. 1,5 миллиона подписчиков. Да, она тестирует косметику на канале и так далее. Ну, в общем-то, понятно все с ней. Кто у нас еще есть? О, Джордж, бодибилдер. 862 тысячи подписчиков. Ну, в общем, понятно. Канал, посвященный всяким тренировкам, как правильно качать гантели, как правильно нарастить мышцы, да, и так далее. Хорошо. Какой крепкий Джордж. Роберто. И это геймер. 400 тысяч подписчиков. А Роберто снимает видеоролики и геймплей. Ну, это, возможно, имеется в виду летсплей, да? О последних играх, ужастиках, боевиках, приключениях и так далее на своем канале Роберто. Также он проводит стримы по вечерам. Киберспортсмен на пенсии. Успешный капитан. Дважды выводивший свою команду в финал. Ну почему геймер такой типичный? Ну, типа, такой толстенький, ушастый, вокруг пустые упаковки из-под пиццы. Нет, я тоже геймер, и тоже стример, но, блин, ну все не так, правда. Я серьезно говорю, клянусь, так, все не так. Кто еще есть? А, Дэйв. Видимо, техноблогер, да? Делает распаковки новейших продуктов и так далее, телефонов, разных гаджетов, девайсов. Ну, понятно, техноблог. И Эмили, да? Ну, по сути, почти все основные направления YouTube здесь есть. Не хватает, наверное, разве что travel-блогера, путешественника, да? И каких-нибудь сталкеров, которые ходят по заброшкам и делают из этого видосы. Ну ладно. Я же, по идее, геймер, поэтому будем играть за Роберто. Давайте посмотрим. В общем, стрим завожу. Сейчас будет эфир. Добро пожаловать на смертельный эфир, ребята. Сегодня вечером мы собираемся исследовать загадочную заброшенную психиатрическую больницу, расположенную за городом. Жуть. Жуть. По слухам, это была не просто больница, а место, где над больными проводились различные эксперименты. Жесть. Жесть, бедные больные. Что с ними здесь сделали? Я должен их спасти. Внезапно, однажды ночью по неизвестной причине все больные как будто попали под влияние злой силы и вырезали всех охранников. Все больные стали одержимы демоном, да? И с тех пор это проклятое место стало местом, которое никто не посещает. Но мы здесь. И будьте готовы к волнению, потому что начинается смертельная трансляция. Да уж. И зачем нашему геймеру, нашему счастливчику, понадобилось вообще топать в эту заброшку? Хотя ответ очевиден. Ради лайков, ради донатов, ради просмотров, ради своих любимых подписчиков. Я на месте. Так. А, фонарик есть, хорошо. Так, давайте посмотрим, что у нас есть. 100% здоровья снизу слева, да, в углу. Чатик есть, вот он, снизу. Чатик есть. Это что был за звук? А это донат? Что это за место? Ты не устал от тусовки в больных местах? 105 каких-то кристалликов он мне там, рубинчиков, зафигачил. Спасибо тебе, братиш. 12730 подписчиков меня смотрят. Ну, людей прям в живом. 13 тысяч, смотри. Смотри, 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 как растет наверху количество зрителей. 6 долларов. Мариан XD. Я тебя люблю, иметь хорошую трансляцию. Ну, короче, понимаете, что перевод на русский здесь есть, но это типа промпт. Он не очень прям адаптирован. Тем не менее, друзья. Так,
Вау-вау-вау, ты сможешь это сделать, чате пишут. Эту трансляцию стоит посмотреть. Такой добрый вечер, верно, пишет в чате. Я несчастна без тебя. И смайлы собак, $7 мне сдонатили. Ну что, друзья, погнали. Я пришел отсюда, тут кругом бамбук. Видимо, действие происходит в Китае. Вот она, заброшенная больничка. Давайте пройдем. Открываем доски. Ля Куика. Умрет наверняка. Пожертвует $1000, если ты убьешь кого-то там. 48 кристаллов мне пожертвовали. В чате пишут. Мое сердце, грудь, будь осторожен. Спасибо тебе, братиш. Сбить всех демонов, да. Демоник Бук пишет. Замечательно, всех демонов мы поработим. Hello, motherfucker. 103 кристаллика мне забодяжили. В Твиче такая, по-моему, фишка есть. Называются бицы, насколько я знаю. Так, вот он. Жуткая заброшенная больница. Обыщите больничку, найдите ключ. Элраэн, спасибо тебе за 207 кристалликов. Привет, я надеюсь, что это будет хорошее что-то там. Спасибо большое тебе за 107 кристалликов. Я надеюсь, что ты испугаешься и наложишь в свои штанишки. А потом пойдешь их помоешь, придешь с новыми и снова их испортишь. Да, да. Купра, $8. Это был дьявол или человек? Черт возьми, что это было? Да пока ничего не было. Я только пришел. Чатик, вот там нормально все? Спасибо большое вам за поддержку. Так, исследовать. Смотрите, давайте прочитаем. Я профессор доктор Смолвуд. Я оставляю эту записку для наших злоумышленников. Так. $5. Спасибо тебе, Фертай. Как только вы вступите на эту землю, вы станете испытуемым. Да уж, печальное зрелище. Так, у нас тут все перекурёчено, перевороченное. Ну как, друзья, вам страшно? Мы в заброшенной больнице. Мурашки по всему телу, да, бегут? Бра. Элис, 102 кристаллика. Так, можно приближать. Тут, видимо, камера, ну, камеры видеонаблюдения, возможно, комната охранника. Есть еще одна записочка. Должно быть, настал конец света. Иногда мне кажется, что что-то, что я видел, было сном. Ничего нормального. Кто-то должен положить этому конец. Это не сумасшедший дом. Не смущай никого. Понял? Не смущай. Это огромная лаборатория для метафизических экспериментов. Кто-то, видимо, пытался добраться до правды. Так. Эскерсин. Кин. Спасибо большое тебе, братиш. Так, тут есть очень странная дверь, очень странным символом. Запертая. А, кстати, на тап, смотрите, у меня есть инвентарь и все такое. Нам нужно найти ключ какой-то, где-то. Уф. Ямете, кудасай! Пишет Маркуиз. Маркиз, да? С японского это вроде как переводится, типа... Прекрати, умоляю. Прекрати. Ну что я сделал такого? И я всего лишь исследую заброшенную проклятую больничку. Так. Какое мошенничество стримера. Поддельные действия. Не верьте ему. Эй, чувак, я по-настоящему здесь вообще-то нахожусь. Я здесь, в заброшенной больнице. Не веришь? Приходи ко мне. Будешь вместе со мной ходить и пугаться вместе со мной. Мои плохие чувства к менеджеру начали исчезать. Наоборот, теперь мне начинает нравиться. Это ощущение непобедимости просто потрясающее. Хоть я и с трудом помню, кем я был раньше. Так, спасибо за $8. Так, в чате просто бомба у меня. Так, лоло, хелло, будь осторожен, пишет Даурес. Только что открыл. Да, вау, где мое и маленький грустный лягушонок ПП? Самый сладкий, самый талантливый, самый смешной стример в мире, мне пишут. Спасибо большое, есть еще одна дверь. И какой-то, опять же, странный символ. Кровь на стенах. Кровавые пятна. Что это? О, ключ! Исследовать. Ой, как ярко. Ну давай же сбежим из этого ада. Skyline, спасибо тебе за $5. Ни хрена не видно. Короче, беру. Так, задачи обновлены, следуйте подвал. А ключ-то у меня... А, от лаборатории. Хорошо. Фу, друзья, страшно вам? Удачи, моя девушка беременна, что мне делать? Беги! Беги, спасайся! Скажи, что ты пошел за сигаретами в магазин или за хлебом. И беги! Беги! Покупай билеты в ближайшую страну или, не знаю, материк. И улетай, чувак. Все. Или подстрой свою смерть. Типа тебя сбил
Я ненавижу тебя. Что? Вейс Вагород какой-то 101 кристаллик мне пожертвовал, и он меня ненавидит. Что я такого сделал? Так, тут не пройти. Все двери с этими символами непонятными, кстати, как я понимаю, закрыты. Привет, я надеюсь, что это будет хорошим. Что здесь происходит? Здесь происходит то, что я ищу какие-то улики. Что-то потустороннее в этой заброшенной больничке. Мое тело начало становиться легче. Я чувствую себя сильнее и непобедимым. Мне кажется, что между моей камерой и моей свободой только бумажные стены. Джи-джи-джи-джи-джи-джи. Спасибо тебе большое, братиша, за 107 кристаллов. Пока еще не ГГ. Мы только начали играть. Нам нужно найти подвал. А можно еще выпивку купить? Сок какой-нибудь? Ладно. Здесь ловить нечего. Где гребаный подвал или лаборатория? У меня, по идее, ключ от лаборатории, но по сюжету мне нужно в подвал идти. Дверь менеджера. Так. Жесть. Страшно. Страшно так жить, друзья. Доктор Харрис. Дверь заперта. Доктор... что-то там. Смейлвуд. Заперта. Так иметь хороший стрим, просто шучу. Держать его коротким. Блин, из-за этого перевода порой непонятно, что они говорят. Лаборатория, друзья. Вот он, ключ подошел. Что у нас подозрительного есть? Записочка. Стул, кстати, можно двигать. Сегодня второй день, когда меня вводят в фотолабораторию. Эта обжигающая инъекция моего тела заставляет меня еще больше потерять рассудок. Этот подонок-менеджер одержим мной. Он делает все возможное, чтобы удержать меня отсюда. В смысле? Удержать меня здесь или держать меня подальше отсюда? Непонятно. Ладно, плевать. Ищем ключи. Так, хорошие производственные парни, но мы не едим это. Ничего реального. Наверное, имеется в виду, что все очень круто сделано, но мы типа не ложки. Это все не по-настоящему. Чувак, я тебе вот зуб даю, я по-настоящему в больничке нахожу, серьезно говорю. Я нахожу записки. Вокруг может быть опасность смертельная. Верьте мне, верьте, друзья. 11,5 тысяч зрителей не могут быть обмануты мной. Лечение, которое мы здесь применяем, не имеет ничего общего с шизофренией и расстройством множественной личности. Ведь пациенты тоже не больные, просто брошенные. Да. Все дьяволы умрут, пишет в чате. Давай пройдем, пишет Рикозер. Ладно, ладно, Рискозер. Пройдем. Кстати, по-моему, это подвал, да? Спускаемся в подвал. Ух ты, сколько крови, сколько, блин, крови, друзья. Я просто поражен. Так, иметь хорошую трансляцию по такой передаче. Слава из Великобритании. Мне донатят даже из Великобритании. Так, там что-то красненькое. Что это? Использовать. Ага, найдите пентаграмму. Это, видимо, была часть пентаграммы, да? О боже! Gotta catch em all. Мне сдонатил, и там был смайлик этого лягушонка с крестиком. Типа... Он сильно испуган. Так, ищем, ищем, ищем. Ищем, ищем, ищем. Что это такое? А, вот пентаграмма, кстати. Умри, 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 умри. ЗВД пожертвовал 100 кристаллов и хочет мне смерти. Так, нам нужно еще один кусочек кристалла найти. Видимо, еще свечи какие-то искать, да? Только зачем я хочу собрать пентаграмму? Я что, хочу вызвать демонов ночи? Еще один непонятный символ. Я несчастна без тебя. Пишет мне, не успел прочитать ник. В общем, кто бы ты ни был, я уверен, что ты красивая девушка, и я скоро к тебе приду после стрима. И ты будешь со мной счастлива. Бгг. Там, видимо, дождь за окном. Мы же капли, вон, падают сквозь потолок. Hello, motherfucker. Это уже устаревший прикол. О, а вот они, вот они, вот они. Здесь, видимо, кого-то убили, посмотрите. Очень много мертвых тел. Что это? Какой-то граффити. Так, Ренки Озерплеер умрет наверняка. Я пожертвую $1000. Чувак, вы что, все хотите, чтобы я умер? О, вот пентаграммка нашел. Пощадите меня. Я ради вас стараюсь. Я, конечно, могу умереть, но вам разве будет от этого круто? Вы тогда не сможете посмотреть крутой контент, который я делаю. Привет, я надеюсь, что это будет хорошим стримом. Вы очень классный стример, я всегда вас смотрю. Спасибо большое. Так, нужно еще несколько кусочков найти.
Так, нашел еще один. И еще кусочек нашел. Между этими двумя бочками, контейнерами. Что это? Сосуды. Так, чик. Чик. Все, я собрал пентаграмму. Свеча, кстати, потухла. А, что происходит? Друзья, в чате, смотрите, смотрите, смотрите на это! Вы только посмотрите! Мы становимся свидетелями паранормального явления! Пентаграмма сработала, и какие-то демоны поползли! Боже мой! Ожившие твари и демоны! Нет, нет, не трогай меня! О, боже, какой он страшный! Молчи, молчи, молчи! Что случилось? Что происходит? Где я? Ох ты, твою ж мать! Вы это видите? Вы это видите? Надеюсь, эфир проходит на YouTube отсюда. Надеюсь, здесь есть Wi-Fi. Использовать? Нужно, видимо, что-то собрать из этих символов. Они, кстати, летают за моим курсорчиком. Инвалидные коляски. Уии! Использовать? Нужно, видимо, их все собрать. Уии! Использовать? Использовать. 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 Как только я их использую, видите, подъезжают новые платформы. Друзья, ставьте лайки непременно и вступайте в мою группу ВКонтакте. Поверьте мне, там очень весело. А в группе ВКонтакте, кстати говоря, еще и розыгрыши ключей к играм происходит. Я знаю, что все любят халяву, и у меня есть возможность подарить вам игры. Так что можете смело подписываться. Я собираю какую-то странную руну. Странную плитку с этими символами и знаками. Там снизу что-то есть. Все. Я все собрал. И что это? Мертвая или раненая женщина и какой-то мужик. А женщина похожа на медсестру. Хотя не факт. Уии! Здрасте, вы кто? Ты какого хрена такой бородатый и татуированный, а? This is my dream. Это мой сон? And you. The last error. Нихрена не понял. Так, что делать? Мне изменить объективы, тап, чтобы прочекать. Так, найдите выход из проклятия. То есть нужно, видимо, снять себе проклятие, а также найти путь на верхний этаж. Ух. У меня, видали, с рукой что-то не так. Что это? Боже, здесь что-то есть. Что-то живое. У меня с рукой что-то странное. Вы заметили, там светилось. Светился символ. Я слышу звук. Как будто кто-то кого-то жрет. Это, по-моему, не здесь. Это, скорее всего, наверху. Нам нужно идти из подвала, идти на верхние этажи. И что-то, блин, там найти. Вот он, выход. А! Выход обтянут. Цепью? В чате. Вы это видите, чатик? Черт подери. Этого раньше не было. О! Топор. На один, да? О, у меня есть топор. Ну-ка. Да, и можно... цепочки порубить. Замечательно. Нужно выйти из проклятия. Найдите выход из проклятия. Это что? Ух ты! Это, по-моему, сигнальный пистолет. На двойку. Так, тихо. Тут кто-то, короче, кого-то хавает. Слышите, да? Тебе не стыдно, чтобы поток... Какое мошенничество? Вы это видели? Какое мошенничество? Как я могу срежиссировать то, что только что было? Я прыгал тут. Воу! Это один из тех мудаков, которые возродились. Тут еще аптечка есть. Стоять. Получай. Получай по своей башке. Умри! Умри! Я убил его, отрубил ему голову. И он стал раком. Он говорит, шлепни меня по жопке, шлепни меня по жопке. Что у него там изо рта торчит. А, у него башка отвалилась. Смотрите, друзья. Вы только посмотрите. Ставьте лайк за это. Чел, прикольно. Не получить урон? Чел прикольно упал в прикольной позе, у него башка отвалилась. И он хочет, чтобы я по жопке шлепнул. Неужели это не смешно?
О! Он жрет мясо, смотреть. Здрасте. Бам! Я его сжег. В смысле? Что это? Что это? Вы прикалываетесь? У меня патрон просто врезался в невидимую стенку. Ну вы охренели, ладно? Попробую его трубой забить. Ну, такой здоровый. А, можно медленно подойти. Точнее, тихо. Не делать звуки. Если очень аккуратно подойти, можно, наверное, его как-то оглушить. Как он? Для чего вот эта вот шкала? $1000! Мне дали $1000! Он как-то убежал. Но мне задонатили $1000! Вот еще этот ублюдок. А где моя труба? Трубу мне дайте? Что это такое? Что это за штука? Я что-то выкинул, по ходу дела? Нет? А, это аптечка. Или не аптечка? Почему у меня на четверку... Написано, что на четверку труба? Но он достает не трубу, а что-то другое. Я не могу его грохнуть. Он на меня нападает. И он меня куда-то относит. Что мне делать? Что? Демо завершено? То есть вот это вот все? Или меня убили? Я не совсем понял. Его, наверное, нужно было застрелить. Но вы все видели, я стрелял, там была невидимая стенка, и типа я его не тронул. В общем, такие дела. Вот такой вот смертельный подкаст. По сути, да, я был стримером, который шастал по заброшенной проклятой больнице и получил какое-то проклятие, зачем-то восстановив пентаграмму. Ну, понятно, ради лайков, просмотров. Но он был проклят, вокруг появились эти монстры, и нам нужно было их уничтожать. Ну, наверное, с друзьями вместе делать интереснее. То есть, видите, создать игру, присоединиться. Можно играть до 4 игроков, то есть собрать компашку у стримеров, бьюти-блогеров, геймеров, техноблогеров, да? Бодибилдеров. И вчетвером ходить по заброшенной больнице, вести стрим и гасить монстряк. Ну, в общем, прикольная, наверное, игрушка. Но, видите, в демке пока это недоступно. Так что ждем полную версию. Насколько я знаю, она выйдет в мае. По-моему, 10 мая или 9 мая написано в Стиме. Стим-страничка будет в описании под видео, друзья. Кстати говоря, демка это в Стиме совершенно бесплатная. Все желающие могут поиграть. Надеюсь, вам понравилось. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте и жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Это был Нептун, друзья. Желаю всем добра и позитива. Всем пока-пока.